Этнодеревня в Кагалыме, первый городской парк в Нефтеюганске, благоустройство центральной площади в Лангепасе, а в Ханты-Мансийске общественной территории долина ручьев. Скоро эти проекты поборются за звание самой успешной инициативы. Всего на участие в смотре одобрены 5 заявок, от Нягани в том числе. Сквер «Северян Муви Мьох» будет радовать жителей восточного микрорайона в случае победы на конкурсе. К слову, все конкурсные заявки составлены с учетом мнений граждан. Один из ключевых показателей, способов, механизмов работы над такими проектами – это учет в конкурсных заявках мнения населения. Этот приоритет необходимо соблюдать на всех этапах реализации проекта. Территория будущего сквера пока не благоустроена, но имеет огромный потенциал стать одной из самых востребованных для нягонцев. Здесь планируют обустроить прогулочную зону, беседки, детскую площадку, сухой фонтан, спортивную зону. В оформлении малых архитектурных форм сквера будут использованы орнаменты и визуальные образы быта коренных малочисленных народов Севера, формы объектов нефтедобывающей промышленности. Мы считаем, что здесь нужно сформировать новую общественную территорию около Центрального дома культуры, увязать ее с городским парком. Это позволит быть максимально доступно не только для жителей Восточного района, но и для всех жителей Нягани. Ну и это будет еще одна визитная карточка и возможность активно отдыхать вместе всей семьей. Думаю, что несмотря на то, что еще нужно пройти этот путь, тот задел, который уже сформирован в предпроектных решениях, позволит эту перспективу реализовать. Одобренные конкурсные заявки будут представлены в Федеральную конкурсную комиссию по организации и проведению конкурса до 1 июня. В случае победы во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, проект «Сквер Северян Муви Мьох» будет реализован в 2024 году. Анна Гусева, Евгений Несмеянов, Нягонский телеканал, специально для телеканала «Югра».